Как быстро продать предметы из Steam пачкой? Еще заходите в свой Steam в браузере, это важно. И вам нужно будет расширение для Chrome, называется Steam Inventory Helper. Ссылка на плагин для Chrome и на мобильное приложение Steam будет в описании. Устанавливаете его, заходите в свой инвентарь Steam. Вот у меня куча красок с Куртспелла, например. Нажимаете «Выбрать все». Здесь выбрать все, здесь выбрать все. Вас интересует вот эта кнопка. Нажимаете сюда. Автопродажа. Здесь выставляете значение. Например, я поставлю на 1 копейку меньше, чем цены маркета. И жмете вот сюда. Окей. Все. Процесс пошел. Краски будут выставляться одна за одной на 1 копейку меньше рыночных цен. Вообще не надо париться. Все, что нас интересует, это зайти с телефона, подтвердить с мобильного приложения. Это тоже можно все сделать пачкой. Вам потребуется зайти в приложение Steam на телефоне, зайти во вкладку «Подтверждение» и справа отметить чекбоксы на всех товарах, а потом справа внизу нажать на кнопку «Подтвердить». Это все. Если по какой-то причине видео тебе понравилось, то поставь лайк, и я буду понимать, что я не зря старался. Ну а если уж прям очень интересно, то можно даже подписаться на канал. Здесь у меня будут выходить какие-то подобные видео, как это. Какие-то фишки про Windows, про Steam. И я последнее время довольно часто делаю игровые стримы, так что спасибо за просмотр и удачи.